Добрый день, дорогие друзья, об автомобилях. Перед вами находится автомобиль Toyota Tuunice японского производства. Праворукий микроавтобус. Кстати, вот мне он тоже очень нравится. Во-первых, потому что это автобус. Заднеприводный автомобиль. Масса перевозимого груза может брать 750 килограмм. На автомате единственное, вот то, что мне как бы немного в нем не нравится, это то, что правый руль. Был бы у него левый руль, но цены бы такой машине не было. Во-первых, в предыдущем видео о Volvo CX-70 я рассказывал преимущества этих машин. То есть, ну, на этом автомобиле еще больше можно грузов возить. Большие холодильники, большие стиральные машины. Все, что захотите, все, что пожелаете. Кстати, для путешествий он очень хороший. Я на таком автомобиле ездил в качестве пассажира в город Новосибирск, командировки. То есть и везет он как полагается. Но килограмм 700 он берет свободно. То есть можно загрузить его. Особенно те, кто занимается перевозками грузов небольших. Очень хороший автомобиль в этом плане. И, кстати, очень теплый. Зимой я вот на нем ездил с другом. Довольно-таки тепло в нем. 14-я резина у него стоит. Здесь стальные диски у него простые. Ну, можно литье поставить. То есть будет еще красивее автомобиль. Ну и они полегче, литые диски. Вот, поэтому данный автомобиль мне нравится. В топ-10 он занимает, я думаю, в тройку. По моим расчетам он входит в мою тройку. Вашу, конечно, я не знаю, но, как я уже говорил, на вкус и цвет товарища нет. Поэтому мне вот очень автомобиль этот нравится. Ну, это мое личное мнение. Не на всех оно распространяется. Вот такой краткий обзор. Дорогие друзья, смотрите мой канал на YouTube. Канал называется Николай Кныш «Путешествия автомобилей». Подписывайтесь на мой канал. Жду новых подписчиков. Всего вам доброго, дорогие друзья.